Сьогоднішній вебінар називається «Маркетинг-план». Разрешите представиться, меня зовут Алексей, моя фамилия Сиврук. Я родился на Украине и родился, как и все, ходил в обычную школу, ходил в обычный садик, поступал в обычный институт, ходил на обычные работы. Но в моей жизни появилась необычная компания, в которой я достиг необычных вершин. Я хотел бы, чтобы вы так же само сегодня на моем примере рассмотрели идею возможности получать доходы, расти по карьерной лестнице вместе с нами и быть успешными. Ну, чтобы по ней расти, чтобы развиваться, вы должны точно знать, что вы хотите на самом деле, что вы хотите добиться в конечном результате. И, конечно же, большую роль играет прежде всего то, что мы даем возможность каждому, у всех сегодня, кто присутствует сейчас в этой интернет-комнате, обучающей комнате, все, кто находится рядом сейчас со мной на расстоянии, вытянутых связей, интернет-связей, есть шанс состояться и стать таким же успешным, как и Алексей Сиврук, и, может быть, даже больше, если у вас будет на самом деле настоящая мечта. Свой бизнес я делаю вместе со своей командой, и моему бизнесу очень сильно помогает моя супруга. Она меня вдохновляет, она дает мне силы, она озаряет, и хотел бы, чтобы каждый человек, который присутствует сегодня в зале, строил бизнес со своей семьей. Знаете, один из лидеров сказал, первым делом, кого вам надо зарекрутировать, вам надо зарекрутировать своего близкого человека, чтобы этот человек помогал вам сильно и серьезно строить бизнес. Я хотел бы попросить вас, чтобы мы сделали перекличку. Напишите, пожалуйста, из какой вы страны и из какого города. Из какой страны и из какого города, чтобы все сейчас посмотрели, насколько широка наша организация, насколько серьезно мы устроим успешный свой бизнес. Еще раз повторяю, что наша тема сегодня – маркетинг-план. Вы наверняка уже точно знаете, что не всегда новички умеют рассказывать большие, огромные доходы, которые компания предлагает. И мы предлагаем сегодня вам получить эту ценную информацию, которая вам поможет для построения успеха. Отличная перекличка, и как мы видим, что большая часть у нас Украина, но, конечно же, у нас есть очень много лидеров, которые из России, из Молдовы, Приднестровья, Казахстан, Белоруссия. Но это только начало нашего бизнеса, потому что с помощью такого бизнес-плана, который разрешает вам строить бизнес по всему миру, ваши люди будут с разными флагами даже на Сейшельских островах. И вы будете к ним приезжать, помогать проводить презентации. Представляете, как это классно? Здорово. Хорошо, переходим к следующему слайду. План успеха. План успеха стремительный. И знаете, я хотел бы сегодня вам поподробнее рассказать об этом. Наш план успеха сбалансированный. Что это означает? Это позволяет каждому человеку, который рассматривает этот бизнес, понимать, что от системы вознаграждения зависит будущее компании.
компания так правильно рассчитала маркетинг-план и сделала настолько грамотным, гармоничным, что компания процветает 46 лет подряд. На самом деле, возможно, ну, не всякая компания может гордиться с таким долгим существованием. И это именно зависит от того, насколько грамотные принципы финансовые здесь были созданы. Мы подробно, конечно, об этом поговорим и остановимся. И наш маркетинг-план был создан как ступенчатый, отделяемый. Самые сильные компании, которые имеют миллиардные товарообороты, они создали план успеха по принципу ступенчатость 3, 6, 9, 12, 15, да, и так 18 и выше. И отделяемые, это означает, что группы, которые более-менее уже чувствуют себя уверенно, они отделяются работать с компанией напрямую, а вы получаете уже авторские гонорары за эти отделяемые группы. То есть, чем больше быстрее вы выводите людей на новые звания, тем больше вы получаете авторских гонораров. А люди уже, эти лидеры, они уже самодостаточные, и они могут сами вести бизнес. Но спонсорская цепочка, она не исчезает. И вы получаете это ценное вознаграждение. Тем самым позволяя компанию делать крепче, а вашу структуру глубже и более прибыльнее. Если вам это интересная тема, поставьте, пожалуйста, плюсик. Oriflame предлагает более 10 видов доходов. Знаете, очень много интерпретаций, много разговоров об этом, потому что на самом деле человек, ну смотрите, первый доход, человек с первого момента регистрации, как только он подписался, он уже сразу получает дисконт не 1, не 2, не 3%, не 4, не 5, а 18%. Да? На личных продажах он зарабатывает от 25%, потому что у него, когда он будет лично продавать, у него дополнительно приплюсовывается скидка 3-6%. Следующий момент. Объемная скидка от продаж структуры, независимо от личных продаж. То есть человек может зарабатывать от сети, даже если сам сильно, ну, не умеет продавать. Дальше. Зарплата через расчетный счет банки от структуры, независимо от личных продаж. Дальше. Единовременные премии от 1000 долларов в директорских командах до миллиона долларов и выше. Дальше. Ситуационные бонусы, которые у нас в компании Oriflame продлила еще на 2 года. То есть, каждый менеджер может получить, то есть, человек, который, в принципе, только решил создать свой бизнес, он уже сразу получает 100, 200, 300, 400 долларов. Бонусы от директорских групп по глубине. Директорский золотой, сапфировый, бриллиантовый, да? Премии, подарки и акции, поездки 3 раза в год за границу за счет компании. И таких цифр, то есть стартовая программа, программа «Премьер клуб», программа «Лояльность». Очень много прибыли, которые, ну, со всех сторон идут, и это фокусирует человека заниматься именно бизнесом Oriflame, а не чем-либо другим, именно бизнесом Oriflame. Потому что здесь, если глубоко копнуть и разобраться, достаточно будет тех денег, которые вам необходимы для хорошей жизни. В чем преимущество? Вы получаете дисконт 18%, покупаете натуральный продукт напрямую от компании, со склада, где хранится качественная продукция, без посредников, и компания доставляет вам любую точку. И вы одновременно участвуете в стартовой программе, в акциях программе лояльности «Премьер клуб». Стартовая программа состоит из 6 шагов. Новичок, который проходит все шаги, я не буду останавливаться на конкретных продуктах, одно могу сказать, это где-то подарков за 6 шагов на 200 долларов. Подарков на 200 долларов. Кто откажется от подарков, покупая для семьи обычные себе, знаете, какой супермаркет вам предложит подарков на 200 долларов, если вы в супермаркете покупали 6 раз? Покупая 6 раз компании Oriflame, вы получаете подарков на 600 долларов. Ой, на 200 долларов. Я думаю, что пусть будет 600. Да, и возможно,
Эти подарки у вас тоже будут, если вы будете подписаны, тем более еще и в акции. Дальше. Включайте снова программу лояльности, потому что в новой программе лояльности размещайте заказы, собирайте баллы, обменивайте их на привлекательные подарки от Oriflame. Преимущество программы лояльности. В ней вы можете копить баллы за свои заказы в течение длительного периода. Вы можете обменивать баллы на один или несколько подарков согласно собранному количеству баллов. И вместе с подарками ваша выгода как консультанта возрастает до 25%. Удивительно и просто одновременно. Следующее, мы говорили про акции. Да, что мы можем получить в акцию? Все смотрят на машину. Я тоже. Знаете, у нас в компании Flame есть очень много акций, и компания уже подарила больше 100 автомобилей только на Украине. Если мы будем считать Казахстан, Россию, Молдову, Белоруссию и наши другие страны, русскоязычные страны, компания подарила где-то 500 автомобилей. Это огромная цифра, это конкретный факт того, что компания щедрая. Щедрая, которая готова делиться с вами своим богатством. Это наилучший способ, в принципе, если честно, выразить свою благодарность, дарить вам такие ценные подарки. Но для начала компания дарит декоративную косметику элитного класса, серия Giordani. Ни одного нарекания за 15 лет, как я работаю в компании Oriflame. Серия Giordani – безупречная косметика для элегантных женщин. Конечно же, можно получить кучу сумочек красивых, потому что у женщины не бывает лишних сумок. Женщина всегда хочет новую сумочку. Это самая шикарная серия, элитная. Посмотрите, пожалуйста, дизайн. Louis Vuitton просто чуть-чуть отдыхает. И, конечно же, хочу сказать вам о часах. Часы с кристаллами, которые можете вы получить в подарок. Они ждут каждого. Ну, конечно же, я тут не хотел дразнить, но вы можете еще получить iPad, мини-iPad от компании Oriflame в подарок за 50 новичков, которые вы пригласите. В моей команде есть люди, которые недавно в этом бизнесе, и им чуть-чуть не хватает. Они стремятся, я думаю, что уверен, что я буду вручать своим менеджерам 2-3 iPad, мини-iPad в своей структуре. Или же денежное вознаграждение, которое будет равносильно тому, как они квалифицировались на этот мини-iPad. Пример клуб. Это просто обалденная программа. Одна из самых. Я сегодня вам сделаю сенсацию. Никогда в жизни в истории сетевого маркетинга продавцы не зарабатывали столько денег. Смотрите, пожалуйста, на этот слайд. Здесь в этом слайде подробно описано, сколько человек зарабатывает доходов. Да? Можете фотографировать все, что хотите. Я обязательно вам эту презентацию отдам. Спасибо Кате на АСБ 1.0. Она подготовила основы, и я дополнил всеми новшествами и новинками, которые произошли у нас за последние 4 месяца. А теперь смотрите цифры конкретные, да? Компания Oriflame объявляет сенсационное объявление, что в премьер-клубе люди годовой доход могут получить от 6, ну, от 4, да, если точнее, от 4 до 6 тысяч американских долларов. Вы себе не представляете, сегодня можно разбогатеть, сегодня можно заработать себе на квартиру в маленьком-маленьком городе Украины, можно заработать на машину только на продаже компании Oriflame. Да, знаете, звучит как лотерея, но это не лотерея, это то, что зарабатывают наши люди, которые строят успешный бизнес компании Oriflame. Зарабатываем от 22%, показываем каталоги, собираем заказы. Примеры вы можете себе прописать и посмотреть. Команда консультантов, ваша главная задача создать в маркетинг-плане, в бизнес-плане свою команду. Назовем ее группой. Многие боятся слова «команда», потому что они думают, что это футбольный клуб или какое-то политическое мероприятие. Команда – это группа людей, которые объединены одной целью. Цель – быть счастливее, красивее, успешнее. Правильно? И
с такой таблицей, я просто показываю сейчас вам пример таблицы, вы можете посмотреть, как вы создаете свою группу. Вы можете создать команду менеджеров, воспитывая людей в своей команде. И посмотрите, что вы получаете разницу, да? Обратите внимание, чем быстрее вы станете директором, тем больше вы разницы будете получать от своих людей. К примеру, ну, от товаровода своих людей. Если вы стали старшим менеджером или директором, а у вас 3%, а вы 22%, вы получаете 19% прибыли. Давайте помечтаем чуть-чуть. Давайте помечтаем. Представьте, вы стали 22%. То есть вы стали, так сказать, старшим менеджером. Да? И вы пригласили в компанию 100 человек. 100 человек, которые сделали 200 баллов. Да? Если они сделали 200 баллов, то значит 100 человек мы умножаем, грубо говоря, на $100. Сколько это будет товарооборот? Это будет товарооборот $10,000. Какой будет ваш доход, как вы думаете? Какой будет ваш доход? Ваш доход будет 22% минус 3% равно 19%. А 19% от $10,000 сколько это будет? $1,900. Интересная математика, да? А представьте, что вы на 22%. И у вас в команде 100 человек, которые вышли на 6%. 6% это 450 баллов. То есть это люди, которые у вас 100 человек, которые сделали 300 долларов. Какой оборот будет? $30,000. Товарооборот. Сколько вы зарабатываете? 22% минус 6%. Сколько это будет? Уникальность нашего маркетинг-плана. Я вам как раз рассказываю, товарищи. Это будет 18%. 18% от 33 тысяч долларов. Вы уже посчитали, это будет 16%. 16% от 33 тысяч. 5400. 5400 долларов. За один каталог. А если 5400, название директора долларов умножить на 17 каталогов, у кого есть калькулятор под рукой? Почти $100,000. Ребята, я вам привел маленький пример. Вы можете сейчас посчитать, если у вас будет 100 человек, которые будут продавать, создадут группы, структуры, товарооборот $500. Давайте посчитаем маленький пример.
У вас будет оборот 50 тысяч долларов. Правильно? 50 тысяч долларов. 22% минус 9%, на которые вышли ваши люди. Вы получаете 13%. 13% от 50 тысяч долларов. Сколько будет? Посчитайте, пожалуйста. Будет 6500. А если умножить на 17 каталогов и так далее? Если проценты у людей разные, будут подсчитываться от каждого человека. Вы меня поняли, да? То есть, если у вас 10 человек на 3%, это такая-то процент. То есть, дифференцированно относительно каждого человека подсчитывается. Хорошо? Это такая познавательная, забавная математика. И вы можете эту математику проводить у себя дома. С помощью этой математики я возбудился на план успеха компании Reflame. Поэтому я всегда ищу новичков. Я всегда воспитываю новичков название директора, чтобы они быстрее создавали свои структуры. Интересно? Хочется двигаться вперед, да? Но это еще только начало, дорогие друзья. Мы следуем дальше. Так, продолжим слайды. Энергия роста для менеджеров. Компания платит 1000 долларов к званию директора. Программа «Энергия роста» – это программа, которая сначала была запущена до 10-го каталога, но сейчас эта программа продлена до середины 2015 года. То есть премии 100, 200, 300, 400 долларов получает не только менеджер, но и его вышестоящий спонсор, директор. Соответственно, все заинтересованы, чтобы менеджеры начали зарабатывать свои премии. Вот схема получения премии. Если вы один каталог держите и подтверждаете вторым каталогом, то получается 100 долларов. Если вы три каталога продержались, 200 долларов на 15%. Если вы 4 каталога продержались на 18%, то вы 300 долларов. Если вы продержались 5 каталогов на уровне 22%, вы получаете 400 долларов, в сумме 1000 долларов США. 22% старший менеджер, если удерживает 6 каталогов подряд, получает 1000 долларов. Если он не решился еще взять джекпот и свою 1000 долларов, ему надо дальше продержаться на звание старшего менеджера. И ты директор Reflame. Директор получает 2000 долларов, да? И до директора еще получает. Вот фотографии счастливчиков, которые не играют в лотерею, которые не покупают купончики, а сами своими руками влияют на свой успех. Доходы директоров 1000 долларов. Золотые директора получают 1500 долларов каждый месяц. И они участвуют на золотой конференции плюс банкет. И получают премию 2000 долларов США. Вы можете сделать одновременно, и у нас есть люди, которые развивают три ноги. Знаете, вы можете воспитывать сразу трех лидеров в своей команде. Вы получите премию сразу же 1000 долларов, 2000 долларов и 3000 долларов. То есть за трех лидеров вы получите премию бриллиантового директора. Более того, могу сказать, что вы можете дополнительно еще за старшего директора, у нас новая планка появилась, мы еще не успели слайд поставить, 1500 долларов компания платит, если директор воспитал не двух, а только одного директора. И тоже получает премию 1500 долларов. Сколько же вы получите, если пригласите двух лидеров? Скажите, пожалуйста, вообще, реально пригласить найти двух человек, которые хотят зарабатывать деньги? Поставьте, пожалуйста, 10 баллов, 10, цифру 10. Кто верит в то, что вы можете пригласить двух лидеров в компанию Reflame?
Я думаю, что если этот лидер находится сейчас вместе с нами в этой комнате, он точно станет лидером и закроет звание директора. Согласны? Старший зал... так. Что же получает старший золотой директор, если троих пригласить? Да? В среднем 2000 долларов, 24 тысячи долларов в год. Можно купить однокомнатную квартиру за один год? Можно ли сейчас заработать квартиру однокомнатную за один год? Конечно же можно, друзья. Наша компания дает возможности вам это сделать. Только главное найти трех лидеров. Трех лидеров, которые хотят зарабатывать деньги. Трех лидеров, которые хотят поменять свою жизнь. Трех лидеров, которые хотят быть на банкете. Трех лидеров, которые хотят идти к вершине плана успеха. И человек получает золотую конференцию от компании Reflame. И путешествует вместе с компанией. И премия старшему золотому директору. 3000 американских долларов США. Команда директоров. Первый директор. 3000 долларов в месяц. 36 тысяч долларов в год. Плюс банкет. Нужно, чтобы было 4 лидера. У вас уже, допустим, вы представили, что вы старший золотой. Старший золотой. У вас есть 3 человека уже, да? Вы находите еще одного. То есть эти у вас уже есть, а этого еще нету. Вот когда вы приглашаете вот этого человека, вот за этого человека вы получаете 4000 долларов. Классно? Выгодно? Вот поэтому такие премии компания вам платит. И золотая конференция на двоих. Тут люди спрашивали, а почему не 6? Пожалуйста. Вот вам 6 человек. За 6 человек... Вы становитесь бриллиантовым директором. У вас 4 уже было, да? 4 уже было. Вот у вас 4 человека. Ну, они, конечно, не такие, как мои пальцы. Они сильные, хорошие, уверенные. И вы находите еще 2. Вот эти 2 дают вам премию 6 тысяч долларов. Не вот эти, которые вы уже пригласили, а вот эти новые люди. То есть главное приводить постоянно новых людей, которые хотят расти. Тогда у вас доход 4000 долларов каждый месяц и 48 тысяч долларов, это 2 квартиры или, ну не знаю, в каком городе живете, может у вас там можно 3-комнатную квартиру, можно дом может быть купить. Я не могу понять точно, какие у вас там сейчас цены, потому что цены сейчас на недвижимость падают. А ваши возможности растут. Понимаете? На те же самые деньги можно купить 2 раза больше квартир. Отлично. Золотая конференция на двоих. Бриллиантовая конференция на двоих. И банкет на двоих. Еще скажу вам по секрету. По секрету. В компании Reflame есть программа «Автомобиль». Вы получите автомобиль Volvo S60. Пожалуйста, квалифицируйтесь и зарабатывайте деньги и шикарные автомобили от компании Reflame. Но это еще не все. Давайте посчитаем, почему выгодно заниматься бизнесом Reflame. Не нужно идти в банки и ждать, когда вам будут дивиденды капать. Директорский бонус – это 5%. Если 18 каталогов подряд умножить на 5% вашей прибыли авторского гонорара, вы получаете 85% годовых. Если вы золотой директор, то вам компания платит еще больше. А если вы бриллиантовый директор, у вам ни один банк не предложит 131% годовых. Но один секрет. Для того, чтобы в банке получать 10 или 20% годовых, вам необходимо положить свои деньги на расчетный счет. А компания Reflame, в отличие от всех, платит вам 100
31% годовых за то, что вы не деньги вкладываете, а свой интеллект в создании своего бизнеса. И в этом есть огромнейшее преимущество от компании Oriflame. 131% не вкладывая своих денег, а вкладывая свой интеллект в свой бизнес. Команда бриллиантовых директоров получает. Старший бриллиантовый директор 5000 американских в месяц и 60 тысяч долларов в год. Это 8 лидеров. У вас было 6, да? И вы еще находите еще 2. То есть вы находите еще 2. И в сумме вам компания выплачивает 8 тысяч долларов. За 2 человек компания, которую вы нашли, еще 8 тысяч долларов. Интересно? Интересно. Золотая конференция бриллиантовая дается вам аж по 2 путевки утром, хотел сказать, и вечером, летом и зимой. Дальше, 2 бриллиантовый директор, это уже 10 директоров, то есть у вас было 8. На Украине, ну, у меня в команде 50 бриллиантов, Ольга, вы представьте, да, в моей команде 50 бриллиантовых директоров, все реально. Очень просто и легко, и понятно, 50 бриллиантов есть. Дальше. 6250 долларов в месяц. $10,000 премия, банкет, золотая конференция. Смотрите, бриллиантовая конференция на троих. Компания дает бриллиантовую конференцию на троих. Но есть у нас исполнительная команда. В исполнительной команде компания платит, это минимальные деньги, которые я вам рассказываю, это минимум, потому что исполнительный директор минимум получает 8 тысяч долларов, а годовой доход 97 тысяч долларов, и это 12 лидеров в вашей группе. Вы акционер компании, вы получаете премию 24 тысячи долларов США, вы на банкете, золотая конференция на двоих, бриллиантовая конференция на двоих и исполнительная конференция на четверых. И плюс автомобиль S80 от компании Oriflame. Volvo S80. Представительская машина шикарного класса. Золотой исполнительный директор получает 10 тысяч долларов США. И годовой доход 120 тысяч долларов. 15 лидеров в первом уровне. Акционер компании. Премия годовая 30 тысяч долларов, банкет директоров, золотая конференция на двоих, бриллиантовая конференция на двоих и исполнительная конференция на четверых. Сапирова исполнительный директор получает 13 125 тысяч долларов в год, 13 125 в месяц, 157 500 долларов американских, годовой доход, 18 лидеров в группе. То есть вы пригласили еще 3 лидеров предыдущему званию, и компания вам раз и премию 36 тысяч долларов. Интересное предложение, интересное. Вот, хорошая премия. Я на завод никогда не пойду, меня никто не заманит. Да, и на прошлую работу никогда уже не вернулась. Нет, нет уж. Вы знаете, я спрашиваю своих одноклассников, вы хотите оказаться на моем месте? Они говорят, да. А я спрашиваю у них, а как вы думаете, хочу ли я оказаться на вашем месте, пойти на обычную работу на государство? Понимаете? На конференции можно брать, кроме себя, еще кого-то из лидеров, родственников. Обычно берут вторую половинку. Кого вы любите? Кто-то берет маму, кто-то берет дочку, кто-то берет брата, свата. Но лучше брать тех, кто вам помогает. Золотая конференция на двоих, бриллиантовая конференция на двоих, исполнительная конференция на 4 человека. 4 человека. Да, сейчас будут Сейшельские острова. Я лечу с женой, с ребенком и с тещей. Сейшельские острова. Мечта мечтой, а это будни лидеров компании Oriflame. Хотите такие будни оказаться?
В эти будни я оказался на второй год работы в компании Reflame. Через 9 месяцев я поехал на золотую конференцию, через 2 года я поехал на бриллиантовую конференцию. С тех пор я не пропускаю ни одной конференции. Исполнительная команда, бриллиантовый исполнительный директор, 16 875 долларов, 200 2000 долларов в год. Кто хочет, поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто хочет 202 тысячи долларов в год. Что можно купить на такие деньги? Скажите мне, пожалуйста, на ушко. Скажите, я хочу узнать. Сам хочу. И вам помогу. Так, хорошо. Акционер компании Reflame, премиальные 42 тысячи долларов. Скажите, у вас есть знакомые пожарники, милиционеры, честные работники, преподаватели, учителя, которые получают не взятками, а честный расчетный счет 42 тысячи долларов. И у нас в исполнительной команде очень много есть сейчас лидеров. В компании Reflame исполнительных директоров, я думаю, что насчитывается порядка, наверное, 200 человек. Дальше. Золотая конференция на двоих, бриллиантовая конференция на двоих, исполнительная конференция 4 путевки. Президентской команде президент получает 20 625 долларов США в месяц, почти 250 тысяч долларов в год, там спешил, писал. 24 группы лидеров. Акционер компании, вы в топ-15 мира автоматом, получаете премию 100 тысяч долларов. Мерседес Е-класса в подарок, банкет, золотая конференция, бриллиантовая конференция, исполнительная конференция и полеты все VIP-класса. Старший президент – это 24 лидера, но из них будет 6 бриллиантов. Все то же самое, только увеличивается доход – 307 тысяч долларов в год и премия 200 тысяч долларов США. И старшему президенту дарится автомобиль. Золотому президенту дарится автомобиль. Золотой президент 32 тысячи долларов 500. Годовой доход почти 400 тысяч долларов в год. 24 лидера, из них 12 бриллиантовых ног. Акционер компании топ-15 мира. 300 тысяч долларов единоразовая годовая премия. Мерседес в подарок. МЛ. Банкет, золотая конференция, 2 человека бриллиантовая конференция, 2 человека исполнительная конференция, 4 человека полеты VIP-класса. За первый президент 40 тысяч долларов в месяц, 480 тысяч долларов в год, почти полмиллиона долларов в год. Ну плюс премии еще 400 тысяч, почти миллион, да, человек получает в год почти миллион долларов в год. 24 лидера и в первом уровне 18 бриллиантовых ног. Топ-15 мира, акционер компании, Mercedes Jeep ML. Подарок, банкет, золотая конференция, 2 чека, бриллиантовая конференция, 2 чека. Исполнительная конференция, 4 чека, полеты, все VIP-класса, бизнес-класса. Это вам не поезд и не маршрутка, товарищи, дорогие друзья. Президентская команда, бриллиантовый президент. 50 тысяч долларов в месяц, минимальный доход. Годовой доход 600 тысяч долларов. 1 миллион долларов премии. Получается, в сумме человек получает больше, чем 1,5 миллиона долларов годового дохода. Акционер от компании, топ-15 мира, Mercedes S-класса, люксовский класс, самый лучший, подарок. Банкеты и более, ну, вообще в президентской команде может быть больше 10 мест на банкете для своей семейной свиты. Золотая конференция, 2 чека, бриллиантовая конференция, 2 чека, исполнительная конференция, 4 чека и полеты все VIP-класса. Вот такие Mercedes и компания дали по поводу автомобиля, спрашивают, да, что можно получить. На президентской команде 3 Мерседеса и в бриллиантовой команде Volvo
в исполнительной команде Volvo. Что получает Алексей Сивук вместе с Натальей? Премия 560 тысяч долларов. Ситуационная премия, которая в зависимости от того, как вы работаете и ускоряете процессы, если вы делаете сразу несколько званий, компания вам больше выплачивает денег и премии. И вот Mercedes, это автомобиль с автосалона, я получил бежевого цвета. У меня машина Mercedes E250 по цене 75 тысяч долларов. Официальные документы на руках, что машина подарена. Спасибо большое, принимается. Вы можете строить карьеру не только на основной продукции компании Renault. Вы можете строить карьеру вместе с вместе с продукцией Velos. Это ускоряет ваш бизнес, и с помощью Velos вы можете быстрее, в 2-3 раза быстрее построить карьеру с компанией Reflame. Рост энергии, денег и удовольствия. Вот что мы вам предлагаем для построения вашего бизнеса. Дорогие друзья, и многие из вас сейчас у меня спросят, с чего начать? Как принять решение? Что нужно делать, чтобы быть успешным? Первое, что я вам рекомендую, прежде всего, связаться со своим вышестоящим спонсором. Если сегодня считаете, что поздно, позвоните ему завтра и спросите, какая система есть в нашей команде, чтобы мы быстро развивались и росли. Второй момент. Напишите 10 желаний своему спонсору по электронной почте или ВКонтакте и скажите, я хочу этого добиться в ближайших полгода. Следующее. Напишите список знакомых из 10 человек, которые вам очень сильно дороги. Люди, которые вас окружают, и вы хотите им помочь. Обсудите со своим вышестоящим спонсором, как пригласить этих людей на встречу или телефонный звонок или скайп-конференцию. Договоритесь со своим спонсором время, которое он вам уделит для построения вашего бизнеса. Согласуйте совместные действия, получите все инструкции и следуйте рекомендациям тех, кто добился уже результатов вашей вышестоящей оплайн-линии. Не занимайтесь пересечением, перекрещиванием. Это означает, не советуйтесь на стороне, потому что вам никто не даст того совета, который скажет вам тот человек, который вас сопровождает. В период полета самолета невозможно консультироваться у летчиков через окно, общаясь с летчиком другого самолета. Вы должны связь держать с диспетчером, который сопровождает вас и знает, какой вес вашего самолета, куда он летит, какие цели, какие ресурсы, какие возможности и так далее. Знаете, если, ну то же самое, что если вы лечите зуб у одного стоматолога, и другой слесарь приходит и начинает вмешиваться, то что будет с вашими зубами? Ваши спонсоры – это ваши эксперты, которые помогут вам создать бизнес. Придерживайтесь этого правила конструктивно. Заходите на наш командный сайт. Я вам сейчас его напишу. Командный сайт, на котором мы выкладываем специально новости, последние новости от компании Reflame. Я пишу вам в чате. Если вы хотите чему-то научиться, мы выложили все свои видео. Для того, чтобы вы стали еще сильнее, все наши видеоматериалы, обучающие программы, хранятся на одном сервере под названием
YouTube. Я пишу вам эту ссылку. Заходите и пользуйтесь. Но лучше всего подпишитесь, зарегистрируйтесь подписчиком, чтобы вам приходили постоянно обновляющие новости от Алексея Севрука и Натальи Шкаревской-Севрук. Следующий момент, очень важный, это то, какой имидж вы должны себе создать. Имидж создается через ваши блоги. У меня их несколько. Я вам пишу, вы можете на них зайти и посмотреть. Очень много полезной информации, тоже можете стать подписчиком и читать эти новости. Вот мои основные ресурсы, на которые я храню информацию и делюсь с вами. Вы можете меня найти ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке и так далее. Но это самые кардинальные новости, которые я хотел вам показать. Если сейчас есть в аудитории директора, которые еще не в Фейсбуке, я сейчас вам вышлю в Фейсбуке свой адрес, и вы сможете добавиться ко мне и описать, кто ваш вышестоящий спонсор, чтобы я вам добавил вас в касатку, в группу «Касатка», закрытую группу «Касатка», где мы выкладываем все самые актуальные свежие новости. Сейчас я вам вышлю ссылку, и вы можете по этой ссылке зайти, сделать запрос и написать о себе, если правильно укажете свой номер консультанта и всю вышестоящую вашу оплайн-линию, всех-всех-всех в цепочке, кто у вас есть, тогда я смогу вас добавить в эту группу. И у нас создана специальная группа Wellness, закрытая группа, на которой мы тоже размещаем самую ценную информацию. В некоторых случаях мы берем раньше, чем звание директора, тоже об этом надо написать в вашу вышестоящую линию. Вот, я вам написал всю информацию, дорогие друзья. Как с нами связаться? Если хоть... Да, совершенно верно. По рекомендации. Вот, и это вам поможет мой аккаунт в ВКонтакте. Я тоже вам сейчас прямо вышлю. Ну, по количеству друзей не смогу добавить, но вы станете подписчиком, и вы можете добавлять из друзья, и вы будете получать тоже ценную информацию от меня. Какие вопросы у вас есть? Напишите, пожалуйста.